Всем привет, девочки и мальчики. Сейчас хочу вам показать немножко пуховиков очень классных. Опять же, напоминаю сразу видео, напоминаю, девочки, мальчики, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал, ссылка закреплена под видео будет и в шапке профиля, либо пишите мне в WhatsApp, номер везде закреплен, потому что неизвестно, что дальше будет с Ютубом, и чтобы мы с вами не потерялись, наши новинки все с ценами, они идут в Телеграм. Ну и сегодня давайте хочу вам показать немножко моделей, вот это новая моделька пришла, сейчас вам покажу. Это у нас пуховичок автоледи в длине 70 сантиметров, такой свободный крой. Попу у нас пуховичок закрывает, утеплитель натуральный пух, красивый цвет кофе, ну и отделка, естественно, лисичкой. Данная модель у нас идет до 54 размера. По расцветкам хочу вам сразу показать, все поближе расцветки покажу, чтобы вы сразу все это видели. Смотрите, вот такая расцветочка у нас имеется в наличии до 54 размера. Дальше. Вот такая расцветочка, смотрите, какая красота. Дальше вот такая. Все они до 54 размера. Вот такая. Огонь просто. Ну и новая расцветка пришла, фисташка. Сейчас даже поближе ее хочу сюда к нам снять с вами и показать. Смотрите, какая красота. Не темный, не светлый. Просто огонь. Дальше. Так, вешаем обратно. Дальше показываю. По пуховичкам. Очень интересная модель. Новиночка. Мы сейчас тоже ее с тобой, кстати, отфоткаем. Цены все будут у нас в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь и там смотрите. Дальше показываю. Длинная, девочки, модель. Вот такие пуховики. Они, скорее всего, у нас будут до 58 размера. Скорее всего, это длинная модель. Сейчас вам покажу. Длина 110, утеплитель натуральный пух. На мне большой размер, здесь 56, скорее всего, 54-56. Здесь у нас лисичка идет, пуховичок. Застегивается мехом наружу, естественно, мехом внутрь. И утеплитель натуральный пух. По расцветкам данной модельки есть, смотрите, какой. Черный с лисичкой пуховик. Дальше. Вот такой коричневый, типа кофе цвет, тоже у нас с лисичкой идет. Такой интересный. А это парка пошла. Все. Значит, они, вот эти модельки у нас в трех расцветках идут до 56-58 размер. Ну, естественно, нужно присылать замеры, чтобы это все было. Чтобы подобрать. Чтобы это все было. Очень интересно, я говорю и разговариваю. Дальше. Классические пуховики. Сейчас буду вам показывать. Такую классику. Всеми любимые, да, то есть не выходит из моды. Попу прикрывает. Смотрите, какая красота. С мехом черный, классический, с лисичкой. Ну и сразу расцветочки покажи. Вот здесь расцветочки у нас идут они. И светленькие, и темные. Они у нас будут, наверное, до 52 размера. Смотрите, какая красота. Покажу вам. Это классика, всеми любимая. Утеплитель, естественно, натуральный пух. Здесь ни продувашка, ни промокашка. Длина попу прикрывает. Это классическая модель, и по расцветочкам вам показали. Такие же модельки, если немножко укороченные, они есть у нас с песцом еще здесь, получается. Ну и покажу еще просто на капюшоне мех пуховичка сейчас. Классику. Здесь на этой фабрике такие модельки классические. Сейчас вам покажу. И получается у нас просто с мехом на капюшоне. Смотрите, какая модель интересная. Тоже до 54-го, скорее всего, размера. Здесь у нас указан, смотрите, наполнитель. Вот он, пух, пожалуйста, натуральный. И вот такая модель. Тоже по расцветочкам они имеются. Вот весь верхний ряд по расцветкам. Сейчас вам покажу, как он будет выглядеть. Вот таким образом данная моделька выглядит. Ничего лишнего, просто пуховичок. И здесь у нас получается окантовка натурального меха. Утеплитель, естественно, натуральный пух до 54 размера. Также на этой фабрике, хочу обратить внимание на эту сторону, здесь у нас есть эко-шубки.
Кому будет интересно, пожалуйста, пишите. Я фотографирую вот такие эко-шубки. У нас они разные. И мышка есть, и классические, и разные. То есть здесь есть еще и эко-мех. Поэтому не забывайте, пишите, подписывайтесь в Телеграм. Опять же, повторю, ссылочка будет везде закреплена, то есть под этим видео, в шапке профиля. Добавляйтесь, пишите, я вам все отдельно покажу и расскажу.